Здравствуйте, друзья! Вы на канале Деревенский за колхоз. Мы снова в этом месте, в районе Кавказ. Как у нас еще раз здесь улица? Курортная 104. Курортная 104. Посмотрите, здесь новый собакен появился. Посмотрите, какой красавец. Он еще щенок. Если кому-то нужно будет, друзья, кто живет рядом? В Темрюке, здесь, в Голубийской, в Стрелке, ну везде. Посмотрите, какой псина. Грудь широкая. Девочка, мальчик? Пацан, охранник куда-то вам на склад. Посмотрите. Ну, наверное, пес будет крупный здесь, ребята, да, говорят. Видите, какие лапы? Ну, добрый. Добрый. Папку они его знают. Нормальный пес, да, не злой. Вот добрый, здесь. Да, его и подкармлю, тут, молодец, молодец, молодец. Паша его беляш кто-то называл. Зубы здоровые, посмотрите. Ну, пузатик, пузатик, крепкий будет песик. Смотрите, он приспособлен к такой жизни. Если отец его здесь живет, значит, болеть не будет. Так что забирайте, друзья, здесь. Да и болейте, охранять. Охранять, да. Ну, на поля, на ферму. Да, на поля, на ферму, правильно. Забирайте, кому надо. Будет. Молодец, хороший песик, хороший. Если кому нужно будет, приедете, я вас провожу. Я сейчас покажу, где это находится. Здесь у нас вывеска, район Кавказ. Еще по-другому называют, тут 27-й поворот. Это Голубицкая. Вот видите, вот здесь вывеска, проход к пляжу. Если кому надо, забирайте, вам с удовольствием ребята отдадут здесь. Посмотрите, да? Смотрите, активный песик. Очень хороший собака. Ну, видно по нему, что такой здоровенький. Молодец. Молодец, умница, молодец. Хороший пес, хороший. Ты ко мне хочешь, да? Но мне нельзя, у меня уже есть. Молодец. Главное, что здоровый собакен. Пока живет здесь, приезжайте. Забирайте. Вот здесь есть люди, подойдете, спросите. Не хочешь отпускать, да? Молодец, играть хочешь. Посмотрите, какой, да? Активный песик, активный, хороший, видно. Забирайте, друзья, забирайте. Обязательно. Да, молодец.